супер обалденный десерт в жаркую летнюю погоду. Ребят, какие бы вы положили сюда фрукты, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Всем привет! Вы на канале «Прошу к столу». Лето в разгаре, хочется больше отдыхать и меньше готовить. Поэтому сегодня мы с вами приготовим вкусный и полезный десерт на скорую руку. Клубнику режу произвольно и отправляю сразу в графин. Киви разрезаю на 4 части и отправляю к клубнике. 200 грамм творога немножко разминаю вилкой. Вообще все точные пропорции будут, как всегда, внизу под видео. И отправляю к фруктам. И добавляю 200 миллилитров кефира. Кефир тоже можете взять на свое усмотрение. У меня 2,5% жирности. Для вкуса добавляю чайную ложечку сахара и пол чайной ложечки ванилина. Давайте скорее попробуем, что же получилось. Супер! Обалденный десерт в жаркую летнюю погоду. Ребят, какие бы вы положили сюда фрукты, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Вообще на нашем канале очень много разных хороших рецептов, поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и комментарии. Прошу к столу и приятного вам аппетита!